Я наблюдаюсь у психиатра больше 2 лет. Изначально обратилась с признаками осенней хандры, а оказалось, что проблема гораздо глубже. Поэтому мне назначили специальную терапию. И я не понимаю, почему должна этого стыдиться, если лечение приносит мне пользу. Однако в России еще очень слабо развита культура психического здоровья, и чаще всего человек просто замалчивает свою проблему и терпит, пока его состояние не достигнет критического пика. Он там, она ходит внизу? Кто? Ну, Оля Мухина, которая. Ее отлавливать, она вам сейчас все расскажет. Так Оля Мухина, это вы? Не, Ольга Афанасьевна Мухина. Да. Рассказать, где родилась, в Сибири, в городе Тобольске. Машка Распутин вам спела? Так да. Это я, ну. И Гришка Распутин мой отец, пардонте. Это пациентка с шизофренией, и многие думают, что психиатры лечат только такие болезни. Но это не так. Упадок сил, трудное пробуждение по утрам, потеря интереса, апатия – это тоже звоночки для обращения к психиатру. Возможно, это не просто сезонная грусть, а настоящая депрессия. Вот когда психиатр и психолог беседуют напрямую с пациентом, тогда появляется, так сказать, ясность, уровень поражения, да, существует оно или нет, можем ли это констатировать невротическую депрессию или как или другую депрессию. Есть еще ведь, между прочим, маскированная депрессия, которая проявляется косвенными признаками, и, в общем, человек, скажем, не дает таких прямых жалоб. Перед походом к психиатру или психотерапевту нужно исключить другие заболевания. Упадок настроения или его перепады могут быть гормональными сбоями, проблемами с щитовидкой, даже началом сахарного диабета, а может обычным дефицитом витаминов. Причину определит анализ крови. Ну, вот к жизненно важным вещам относятся, если мы говорим про витамины, я уже сказала, что это витамины группы В и витамин D. Если мы говорим про микроэлементы, это магний, йод, кальций, железо, особенно для девушек это актуально, дефицита железа. Допустим, физических заболеваний нет, значит, нужно идти к психиатру. Часто признаки так называемой осенней хандры – симптом более серьезного расстройства. Его лечат медикаментозно. Кстати, вред антидепрессантов – миф, утверждают психиатры. Если человек страдает сахарным диабетом, предположим, то он принимает гипогликемические препараты всю жизнь, он этого не боится. Если у него гипертоническая болезнь, он должен принимать гипотензивные препараты всю жизнь. Почему-то предубеждение существует по поводу центральной нервной системы, которая, в принципе, отвечает за все системы и органы. Бояться антидепрессантов не нужно. По теории, невроз есть у каждого в той или иной форме, а в осенне-зимний сезон он проявляется особо остро, потому что организму не хватает тепла и света. Так что если плохое настроение с вами больше месяца, а развлечения и приятные события не приносят радости, перестрахуйтесь. Посещение психиатра также не стыдно, как и визит к любому другому врачу. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком.